Технопарки муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» – прибавление. В рамках договора лизинга закуплены и доставлены в Нарьян-Мар два новых универсальных «Амкадора» со съемными элементами. Далее все подробности. Ярко-оранжевые «Амкадоры» брянского производства будут заняты работой в любое время года. Машины укомплектованы быстросъемным навесным оборудованием, которое можно менять в зависимости от задачи. Данные погрузчики оборудуются, кроме как стандартными ковшами, также будут оборудоваться дополнительным навесным оборудованием. В комплектации у нас есть поворотный отвал, пересадчик для деревьев и также закуплен шнекоротная установка с автономным двигателем, которая будет помогать для зимнего содержания дорог муниципальных и междворовых проездов. Шнекороторная установка – особенное приобретение для предприятия. Она будет доставлена в ближайшее время и упростит уборку снега. Шнекороторная установка для прямой загрузки снега в самосвалы. Такого оборудования в Нарьян-Маре нет. То есть мы будем, скажем, первопроходцы в этом использовании этой техники. Она упростит нам работу. То есть загрузка в самосвалы снега будет производиться не как обычно, да, амкадорами, а именно прямой загрузкой через шнекороторную установку. Кроме того, оба «Амкадора» оборудованы предпусковыми подогревателями, отопительным оборудованием для холодного времени года, а также кондиционерами для работы летом, что существенно добавит комфорта во время работы. Дополнительно наш парк коммунальной техники обновился еще двумя фронтальными погрузчиками, которые существенно позволят ускорить уборку снега. Мы в прошлом году сделали большой прогресс, но, безусловно, есть над чем работать, поэтому я думаю, что новое современное оборудование позволит ускорить и, скажем так, убираемость территории, ну и качество уборки. Уже сейчас вся техника, предназначенная для зимнего содержания дорог, полностью подготовлена к сезону и ждет своего выхода. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север».